Обратите внимание на угол расположения лезвия. Большой плоскорез имеет 4 положения регулировки лезвий, малый – 2. Без труда подбирается оптимальный угол наклона, соответствующий вашему росту и выполнению операции. Этим инструментом легче и гораздо быстрее обрабатывать землю, сохраняется микрофлора почвенного слоя. Как начинающие, так и опытные садоводы с удовольствием пользуются плоскорезом Фокина.